Так. А вот, наконец-то все, вчера, вернее, обнаружив, что у меня возникают помехи от электромотора на Гармин. После перестановки его в салон, ну, правда, я вчера разобрался, что это корпус прибора остался без заземления. Вот, потому что он на носу у меня был прикреплен к рам кронштейну, а тот был прикреплен в свою очередь к алюминиевому корпусу судна. И не было помех никаких, я об этом не думал. И тут я включаю, у меня такие полосы всякие, все, я так на измене, что такое. Ну, разобрался, сегодня уже вчера по бырику все это просто кинул, кусок провода там на болт закрутил, да и все. Вот, а сегодня сделал все уже путем. Вот, и плюс ко всему с Гармином идет от помех магнитное кольцо разрезное с защелочкой, я его тоже поставил. Ну, пусть уже будет принадлежность, я как бы не ходил с ним, только с лавскопом был, а теперь вот брожу, вот, так как остался пока с одним прибором, вот, и с мыслями о будущем, вот, что будет осенью, что будет еще, вот, пока ничего не видно. А хочется чего-нибудь новенького. Поэтому вот чешем опять по тому же маршруту. Видно теперь, что у нас тут помех никаких нет. Вот. Всем знакомая структура. Пройду еще раз. Ну, это тут надо просто надо добавить, чтобы это было красиво. Вот. Под мостом всегда какие-то помехи непонятные, откуда берутся. Вот. Это уже как закон, не обращаю внимания. Вот, окей. Вот. Не получилось у меня пройти красиво. Я немножко скривила все. Вот. Ну ладно. Как получилось, так получилось. Мне не очень радует вечно, как только много чего-то нарисовано, начинает меняться яркость изображения, и это как бы гарминовская фишка такая, вот непонятно откуда она берется, причем с любым датчиком и все на свете. Вот, ладно, пока я тут трендю, вот пожалуйста, вам рыба, вот она, ну ее и так видно, замечательно. И тут ее видно, везде ее видно. Вот, там, где есть рыба, даже между камнями. Вот, вот, и даже на Даунскане, наверное, чего-то там может быть видно. Ну да, на подъеме там немножко есть. Помехи под мостом, конечно, конкретные. Тут ничего я вам не сделаю, потому что высоковольтные линии, там и трамваи, и паровозы, тепловозы. Что хочешь, поэтому надо валить подальше. Вот еще вот эта структурка тут, как всегда, у меня вырисовывается. Вот. Ну, сегодня вот мы тут еще тренируемся на этой палитре, но я думаю, что есть глубокий смысл еще что-нибудь пробовать другое. Правильно. Привет, мальчиши. Вот. Как только уже пора. Вот. И одна рыбка стоит. Одна. Это точно не мне. А иногда и мне бывает тут. Как просят свалить. Потому что мосты, стратегические объекты, нечего тут шариться. Вон рыба есть тут какая-то, а это неизвестно что. Вот. Я стараюсь не задерживаться на таких вещах. Вот. Типа рыба. Типа
еще? Ну, в общем, Даунскан, конечно, тут чудненький. Вообще, я как-то так с удовольствием его воспринимаю, потому что, ну, вот видите, какая рыба. Она вообще похожа на рыбу на Даунскане. Не кусок какого-то пластика или коряга. Да? А ну, барынь, да чтоб ты здоровая была. О, смотрите, какая. Вот тя-тя-тя-тя-тя. Ага. Вот еще бы надо, наверное, скорость чуть-чуть побольше можно на Даунскане. Вообще ничего, так зачет, конечно. Рыбы, рыбы, рыбы. Вот. Ну, сейчас что-нибудь тут еще вот узреем. Я, собственно, иду проверить, что с электромотором. Вот. Иду на третьей скорости, четвертой, неважно. Вот. Что все в порядке. Нет никаких помех. Все чисто показывает. То есть я отстроился. Вот. Вот рыбы над камнями тут еще присутствуют. Вот. Ну что тогда, видно хорошо. Какой они плоскости камней, неизвестны. Иногда, конечно, мы все время думаем, что они нам повернуты к нам боком, а они иногда повернуты к нам мордой. Вот. От того, что мы так вот идем, еще ни о чем не говорит, что они должны быть все время в длину. Они вот вон там на дне. Вот и камушки есть, и все. Ну, кому-то там яркость не греет. Можно сделать совсем вот так вот. Но хочется, чтобы оно все-таки было поярче, потому что это такая палитра. Ну ладно, мы сейчас уже тут завяжем с этим делом. Вот небольшая гряда тут справа, такая симпатявая, как оказалось. Ведь денег нет, как оказалось. Вот. Все-таки небольшие вот слева какие-то помехи есть. Вот. Ну, с этим мы тоже можем поразбираться, потому что у меня в Гармине включено, я так понимаю, подавление помех выключено вообще. И поэтому, если я помехи, например, поставлю высокое, а я хз, что будет. Их, а если их выключу, вот они появились слева, видите. А если я их сделаю низкими, помехи, кстати, от сонара обычно, у меня отдельно датчик сонара стоит GT8, вот, и от него по корпусу могут быть помехи, потому что датчики прикручены на общее крепление. Вот, и будем говорить, болты все вместе в одной куче, и оно отражается. Еще сильно отражается, когда ты начинаешь маневрировать лево-право. Я замечал, что эти помехи возникают. Поэтому помехи можно средние даже поставить, и уже ничего не будет. Ну, замечательно, что это есть и у Гармина, и это есть функция у Соликса. Вот, тоже отстройка от помех. Вот. Кто желает, может включить. Обычно она по умолчанию, Solix стоит на один. Вот. Ну, никто же не мешает поставить на больше. От этого вы не пострадаете в качестве изображения. Помехи могут исчезнуть. Но никто об этом как-то не думает. Один серп, наверное, думает. Вот, в основном. Потому что он владеет ситуацией и умеет настраивать. Вот. Может быть, еще кто-нибудь. Я не знаю. Наверное, Виктор. Вот.
А это уже гидроцикл тут. Не тут. А я тут, видите, вот решил позаниматься, да. Где-то помелся, да. Вот. Да и тут каток нерезанный. Все. Оставляем это в таком режиме, как есть. Нормально. Для этой воды, которая вот реально 30 сантиметров больше не видно вообще ничего. Все, вот подходишь и ног своих не видишь. Вот. 25 метров слева-справа. Нормально. У меня тут вообще конец географии. Так что все, на этом заканчиваем.